Всем привет! В этом видео будет только откровение и только мой личный опыт. Меня зовут Ксения Сайгушкина, я партнер и лидер компании Saberian Wellness. Но сегодня речь пойдет не об этом. Я хочу сегодня поделиться своим опытом, своим откровением и хочу рассказать вообще, почему я ушла из одной компании в другую и почему же я ушла из компании Amway. Знаю, сейчас многие скажут, ну вот, началось, но тема действительно очень серьезная. Многие этот этап проходили, и меня это тоже коснулось. Я ушла из одной компании Amway в другую компанию «Сибирское здоровье». И это мой опыт, который от человека, да, 9 месяцев потратил, можно сказать, что просто своей жизни, да, впустую. Но вначале я просто не понимала этого и думала, вот делай, как говорят наставники, и будет тебе как счастье, да. И вот только тогда, да, когда я посчитала все расходы и доходы за 9 месяцев работы, да, вот это вот было мое первое такое сказать, что осознание. И вот сейчас, спустя уже 5 месяцев работы в компании, и сейчас уже прям просто встало, как говорится, все на своих местах, все по полочкам. Я вам в этом видео расскажу подробнее о методах работы в компании Amway и методы работы в компании «Сибирское здоровье». Так что обязательно досмотри это видео, и ты все узнаешь, всю мою историю. Ну, так все, давай потихонечку с самого начала. И вот мой первый опыт, это первое вообще знакомство с сетевым бизнесом, это компания Amway. Я пришла в декабре 2021 года, и постепенно, потихоньку меня начали знакомить вообще с бизнесом. То есть по факту вообще в компании предусмотрены офлайн методы работы. То есть это приглашаем на встречу, на бизнес-план, на ужин, на семинары от компании. Да, именно здесь, в компании Amway, я вообще увидела, что это такое сетевой бизнес. Для меня это вообще был шок, когда на сцену, да, на семинарах выходили мужчины и женщина, одна семья. То есть это семейный бизнес, во-первых, да. И то, что здесь вообще прям 3 поколения могут строить этот бизнес. Это бабушки, да, мамы, как говорится, родители и дети. Представляете? Вообще 65 лет на рынке, да, сама компания, и вообще ассортимент более 450 наименований. И в разных направлениях это здоровье, красота, это и средства по уходу за домом, чистящие моющие средства. И то, что компания вообще известная, даже вот эти вот все моющие средства, это все знают эту продукцию Amway. Мы, конечно же, сегодня не будем говорить вообще о маркетинг-плане, да, потому что это такое, что в каждой компании есть свои плюсы и минусы, но сейчас вот тема как раз о работе в компании, да, в самой команде, и речь пойдет вообще о рабочих процессах, которые проходят, да, и которые проходила лично я сама, когда я сотрудничала с компанией Amway. То есть я действительно всем трубила вокруг, да, и знакомым, и не очень знакомым в социальных сетях. Я даже писала посты, что у нас система, мы работаем по системе, что я приглашаю людей на бизнес, на ужин, чтобы поехали со мной на семинары, что увидели, как этот вообще бизнес работает изнутри, да. Да, вот на самом деле, только вот работая, как говорится, да, в компании Amway, я поняла, что как вообще эта система работает, сетевой бизнес. И наставники говорили, что только через семинары ты увидишь вообще масштабы этого бизнеса. Но оно так и есть. Ну, вот по такой вот самой, по какой-то непонятной причине был вообще слив, да, был просто огромный, колоссальный людей. То есть, да, не было опыта, его можно сказать, что вообще не было, да. Мне говорили наставники, просто делай построение, то есть приглашай людей, и просто знаком со своим наставником, а наставник уже сделает всю работу за тебя. Я составила список, да, людей, с кем вообще общалась, училась это в школе, то есть одноклассники, однокурсники, мамочки из садика, школы. То есть по статистику из 50 приглашенных людей 2 человека приходили на встречу. Представляешь, всего 2, представляете? То есть кто-то просто некогда было прийти, кто-то там, давай перенесем встречу, не получалось, вроде бы все договорились, но хоп, что-то мешало встрече. Ну и третий, конечно, говорили, что вообще неинтересно, да, это такое, не приду на встречу, так что уж извини, Ксюш. Так что вот такие вот были у меня методы работы. Наставники, конечно же, мне говорили, успокаивали, что это не наш человек, ищем дальше. Вы сейчас смотрите это видео и точно так же у вас такие же методы работы, что приглашай, метод список, что если человек ушел, что значит не этот человек не ваш, ищем другого.
И вообще, по факту, да, чем занимаются лидеры и сама компания? На самом деле, только мотивация прививает любовь к компании, к продукту, вообще к сетевому бизнесу. Что это круто, что это вообще, да, люди сейчас просто этого не понимают, что сейчас кругом это сетевой, это и магниты, это и ленты, и пятерочки, монетки. И вот на самом деле люди становятся как зомби, да, представляете? Просто глаза зашторены, знаете, как у лошади на манеже, специально глаза зашторивают, чтобы она ни в сторону, ни в другую сторону не могла смотреть. И точно так же и мы. Вот я точно была в такой же ситуации. С этим не общайся, с этим тоже нельзя общаться, представляете? Так что вот я так вот же сама тоже работала 9 месяцев в компании Amway. То есть вся продукция должна быть дома, а там Amway, это и на кухне, и в ванне. То есть даже кто-то, если придет к тебе в гости, да, увидит эту продукцию, попробует и захочет тоже, да, к себе приобрести. Да, качество, конечно же, отменное, что говорить, но и цена дорогая. Так что даже говорили, устраивайте дома ужины, что приглашаете знакомых, друзей, они тоже увидят, из какой вы посуды готовите, как это вкусно и обалденно. Также какие-то витамины пьешь, да. Просто вот работала, вот так вот рассылала приглашения и звонки совершала, приглашала на встречу. И нельзя было смотреть вообще в другую компанию. Вообще нельзя было общаться элементарно. Вот, то есть, вот одна структура, да, то есть один лидер и несколько структур. И вот нельзя было с параллельной структурой общаться, представляете? Сейчас вам даже одну историю такую расскажу. На семинарах, я ездила всего 3 раза на семинарах, была первый, это Екатеринбург, Тюмень и Москва. И вот так получалось, что на каждых вот этих 3 семинарах я слушала практически одну и ту же историю от таких лидеров, которые вообще мне очень понравились, это Кошкины, Александр и Ольга. То есть, если кто сейчас в Amway, да, меня смотрит, то есть вы знаете таких лидеров. И вот Александр рассказывал всегда такую историю, что он с кем-то общался, со своим товарищем или, не знаю, другом, и подрался на первой же встрече. То есть кто-то ему сказал именно о Amway, о сетевом бизнесе, и просто Александр подрался с ним, представляете? То есть до такой степени промывает мозги, да, людям, что на самом деле, что какие-то в рамки загоняют, что это нельзя, то нельзя. Даже есть принцип у компании Amway не перекрещивание. То есть, если вы находитесь в одной структуре, и вам нельзя общаться по бизнесу, по построению вообще работы в компании, в команде, именно с человеком даже нельзя спрашивать, какие доходы он получает. То есть вот так вот. Если сравнивая с компанией «Сибирское здоровье», мы здесь находимся в одной структуре, у нас есть чат в Телеграме, где наш вышестоящий топ-лидер, да, делится своими фишками, да, и все в команде помогают друг другу. Даже элементарно в параллельной структуре любой может задать вопрос, и каждый же старается сразу же ответить, да, у кого была какая-то такая ситуация. Это вообще, представляете? А там нельзя было общаться с людьми друг с другом. Так общаетесь о жизни, а о бизнесе нет. Видите ли, это разрушает вас бизнес. Представляете? Так что вот так вот. Вот такие вот методы работы в компании Amway были. А я уж не говорю о чеках. Представляете? Здесь мы радуемся первому заработанному чеку. То есть транслируем, показываем, делимся даже в команде, в социальных сетях. То есть все открыто, все прозрачно. Я вот даже была в структуре, я даже не знала, какие чеки у моих наставников, вот честно, не знала. Так что, ребятки, я вот сейчас с вами делюсь откровением таким, да, своим опытом работе в сетевых компаниях. То есть в компании Amway, в компании «Сибирское здоровье». И еще такая, знаете, ситуация, то, что я многих знала, да, в компании Amway лидеров. И то, что выступления лидеров на семинарах, это элементарно записывали. И потом вот это вот в дисках подписки на Network 21 продавали нам же, своим партнерам, представляете? Даже сами билеты на семинарах были, один билет 4500. Его, конечно, можно было приобрести в какой-то период, да, когда ты посещаешь семинар, можно было немножечко со скидкой приобрести за 3900, и там какой-то определенный промежуток времени, а потом будет 4500 стоить. Здесь вот я когда увидела, что поездки, да, стоимость билета на семинары 1000 рублей для новичков и выше, то есть в зависимости от квалификации, там все было поголовно, 4500 и все. Это вообще, знаете,
такое чувство, что компания Amway при поддержке Network 21. То есть это вообще Network 21, это отдельное государство. Вот они специально снимали прямые трансляции, вот это видео, да, чтобы потом выкладывать приложение, чтобы люди покупали, чтобы диски эти записывали, чтобы также на следующий семинар людям продавать. Представляете? И эти вот билеты на семинары, то есть надо было покупать, не просто у нас, когда сейчас в Сибирском здоровье списали, из бонусного счета списали, а там чисто надо покупку делать. Вот я вам просто рассказываю моменты, которые я сама лично пережила. И вот сама система работы, да, которая вообще регистрация, активация, приглашай и приглашай. Я с лидером лично говорила, как вообще работа, да, через интернет строится. Мне говорили, что есть специальное обучение, смотри, там все есть, ты поймешь. То есть мы работаем через личные встречи. Это вообще лучше работает, если даже кто-то подключается в другом городе, просто садись и едь в тот город и общайся вживую. Что это только так, так вот методы работают. Это же наша работа. Так что вот так вот. А то, что прям в Сургуте у нас здесь проходит офис есть, да, Amway, представительство Amway, где именно топ-лидер наш открыл, я так понимаю, что... Каждую неделю проходили встречи, это по вторникам бизнес-план, где вход надо 100 рублей заплатить, по четвергам ужин, где за взрослого 300 рублей и за ребенка 100 или 200 рублей, уже не помню. И, ну да, понимаю, продукты надо покупать, но чтобы каждый день, да, каждую неделю ходить, это я просто отдавала за поддержание офиса, потому что мы вся структура, и да, топ-лидеры, я понимаю, у вас там, да, как говорится, 100 тысяч зарплаты, и вы можете это себе позволить. Но когда новичок и зарплата, блин, вообще нету ее, и я должна быть ключевым, представляете, лист ключевого человека, где я должна выступать на этих мероприятиях, да, где-то не выступать, а присутствовать на этих мероприятиях, чтобы вот быть ключевым, нужно вот эти вот действия, да, ежедневные делать. А про методы работы через интернет, как вести социальные сети, мне говорили, просто пиши посты, рассказывай про себя, и все. Было такое, да, не скрываю, подо мной подключали прям людей, то есть девушку подо мной подключили, а, соответственно, под этой девушкой еще одну девушку подключили, прям говорили, что, Ксения, ты лидер, теперь у тебя ответственность, под тобой люди, так что веди, мотивируй, рассказывай. А как, что и как это делать-то, никто не поделился. И девочки почти сразу, да, спустя там 2-3 месяца, они просто ушли. Я верила до последнего в светлое будущее, я на самом деле загорелась вообще этой идеей сетевого бизнеса, построение команды, построение вот этой структуры, и я бы, наверное, до сих пор была, да, в той компании в Amway. Ну, так сложилась ситуация, что вот эта вот вся обстановка в стране, что Amway вообще вышла, да, ушла из России, топ-лидер открыл у нас ТО, то есть предприятие в Казахстане, и сказал, пока вы не открывайте, да, предприятие, а доходы просто выводите через свои скидки. Представляете? Натурпродуктом берите. То есть на самом деле нету системы работы, есть различные вебинары, да, это обучающие какие-то, обучающие тренинги по продукту, по линейкам продукции, да, как вообще продавать. Это очень много вебинаров было, я это не спорю. Но вот как работать с клиентами, как вести его повторно, чтобы он, да, совершал повторные покупки, как сопровождать вообще первых своих, так скажем, лидеров, партнеров. Даже у меня лидер, да, вел блокнотик и записывал, кто когда сделал заказы. Я как-то у него спросила про клиентский чат, но мне ответили, зачем он. Все равно мы всем людям пишем в личку. И этот метод не работает. А вообще, как создавать клиентскую базу, да, как подогревать, как информировать людей, ничего этому меня не научили. Более того, вообще скажу, что правильного рекрутинга не было, как стартовать в MLM-бизнесе, только спам приглашай и приглашай, других методов не было. Сейчас вот говорят даже в социальных сетях, может, вы, наверное, видели, что всего 2 человека, да, приведи в свою команду, подключи. Ну да, ты приведешь 2 человека. Ну, давай вот правда, в глаза посмотрим, правде, да? Ну, найду я этих 2 человека, которые сделают по 100 баллов, да, ну, 200, хотя 100 баллов компания V – это 10-12 тысяч. И эти 2 человека тоже сделают активацию по 100 баллов. А что дальше? Вот что дальше? А если вот они все это сделали, но не нашли этих 2 человека, и ты опять начинаешь перелопачивать столько людей, да, чтобы найти тех самых 2 людей, и опять просто приглашай и приглашай, да? Так что вот, ребят, просто, ну, не говорите мне, что команда, да, это наша семья, что продукт классный,
что, да, витамины классные, там, не знаю, средства для дома классные. Но, ребят, а где бизнес? Вот где самый тот рабочий бизнес? Через 5-10 лет? А где вот этот пассивный доход? Где та самая повторяющая система, которая должна повторяться, дублицироваться? Вот где то самое обучение в команде, где сразу понимаешь, да, как работать, ставить цели? Вообще, один лист этого ключевого человека, да, где написано, сколько людей в этом месяце приглашать, да, сколько книг прочитала, сколько вообще дисков прослушала. Вот такая вот система ключевого человека. Я, честно, пыталась изобретать вот эту саму систему обучения для своих партнеров, но одному на самом деле тяжело. И это вот самый такой огромный минус, который перевешивает эти все плюсы, да, от компании, что нет обучения людей бизнесу, предпринимательству. То есть стать как предпринимателем, как вести за собой людей, как говорить об этом людям, вообще как учить своих новичков, партнеров говорить о бизнесе. Вот этой системы здесь не было. Расскажу, кстати, вот такую одну историю. Я была подключена через несколько человек под Елену, и она на тот момент, где-то на июнь, была уровень на 12%, да, то есть это где-то зарплата в месяц 12 тысяч. Представляете, 12 тысяч рублей. Вышестоящий топ-лидер, платиновый основатель Татьяна, она в месяц получала где-то 120-150 тысяч, но я точно не знаю, я так примерно посчитала по маркетинг-плану. Если Елена в компании вообще с 18 года, это 4 года в компании, а Татьяна где-то уже лет 20 в компании находится. И представляете, зарплата вот такая. Когда я в компании «Сибирское здоровье» всего 5 месяцев, и у меня за один месяц, вот, да, за ноябрь, был 47 тысяч. Ребятки, 4 года в компании, 4 года. И зарплата всего лишь 12 тысяч. Когда 5 месяцев и зарплата 47 тысяч. Здесь, по-моему, факты говорят сами за себя. По факту одна мотивация. Возможности, да, бизнеса самого, да, сетевого. Вот мы съездили туда, мы съездили туда. Прочитай книгу эту, послушай диск этот. Вот каждый день вот все такое, и все тебе будет круто. Ребят, ну это полная ерунда. Да, это, может быть, работает, если у тебя есть уже полная работающая система, если все инструменты, да, для работы, просто ты спокоен, ты закрытыми глазами даешь новичкам, и они просто повторяют тебя. Но вот здесь компания Amway один, вот этот жирный такой минус, что отсутствие сопровождения в целом от компании, да, от наставников, от команды, просто вот перечеркивает все это, то, что здесь и шикарный ассортимент, и огромный вообще... проекты, которые, да, устраивает сама компания, вообще на 65, да, лет на рынке и в 100 стран мира, да, присутствие. И то, что проекты и помогает детям, и разрабатывает вообще такие проекты. Вот на самом деле отсутствие методов работы, то есть только спам, только один спам, покупай, затаривай полочки, шкафы, да, работай на мотивацию. То есть и приезжай на семинары, то есть люди, когда вот приезжают с семинаров, они просто заряжаются этой энергией. То есть посмотрели, как работают топ-лидеры, да, выступают на сцену, даже признание там бриллиантов, которые я один раз увидела. Это вообще такое масштабное зрелище, как говорится, да. Ну, неделю, месяц, ну, 3 месяца до следующего семинара ты заряжаешься, да, приглашаешь людей. А потом некоторые вот так разочаровываются и уходят. Такой слив людей проходит. У меня даже некоторые знакомые элементарно стали... Потеряла некоторых знакомых из-за вот такой системы. Есть тоже девушка знакомая, которая работает в компании Amway. Она говорит, я вообще всю жизнь в компании Amway работает садиком воспитателя. Представляете? Там, не знаю, как тогда можно строить бизнес? Ну, наверное, все тогда устраивает ей, если она зарплату 40 тысяч в садике и строит бизнес Amway. Так что, ну... Все мы разные, как говорится, но вот это вот обучение, оно должно создаваться лидерами, которые имеют большой опыт вообще в сетевого бизнеса, у кого есть хорошие результаты. Я вот сейчас лично прохожу обучение 3-го этапа в компании «Сибирское здоровье». То есть первый – это как вести клиентский чат, второй – это этап социальные сети, и 3-й этап – это развитие и ведение YouTube-канала. Так что, ребятки, это... Такой кладезь знаний, такой опыт. Я вообще в шоке от своих, да, наставников, лидеров, которые придумали это обучение. Это
Я просто-напросто кайфую от своей работы, просто беру и делаю, копирую, выполняю вот все по заданиям, все домашние работы проверяет мой наставник, корректирует. И я спокойно просто-напросто за своих партнеров, которые просто поверили меня, пошли, сделали активацию, проходят сейчас обучение и просто получают свои первые доходы. Представляете? Зайдите вообще в ВКонтакт, в Инстаграм, в Ютуб и канале, посмотрите мои предыдущие видео, да, посты почитайте. Вообще, как мой рост начинался, да, от первого моего чека и сейчас какой я чек получила, да, и как вообще работаю в компании «Сибирское здоровье» Siberian Wellness. И вы просто увидите, как я вообще трансформировалась за это время. И вот это на самом деле благодаря обучению, ежедневным действиям и сопровождению моих наставников. Я работаю спокойно, я работаю вообще спокойно за своих партнеров. Вот это вот сегодняшнее такое мое откровенное видео, да, про мой личный опыт работы в компании Amway. Как говорится, вся, да, наизнанку, вся компания, вся изнутри. Я сейчас вот говорю не то, что, да, я ушла, а какая-то компания не такая или какие-то мои наставники не такие. Нет, я ушла именно по той самой причине, что не было системы вот такой обучения. Может быть, вы сейчас в команде, да, и придумаете вот такое обучение, где будут о вас люди говорить, что да, вот в команде-то есть такое обучение. То, конечно, это ваше право, да, как говорится, изобретать велосипед. А может быть, лично у вас, да, столкнулись вот с такой же ситуацией, что поменяли одну компанию на другую. Так что пишите в комментариях свои отзывы, поделитесь своим опытом, я буду рада общению. А если ты просто хочешь, да, систему обучения, которую готовую, просто бери и делай. И ищешь себе наставника, просто ищешь команду и крутую компанию. Мои двери открыты, ссылочки будут внизу под этим видео. Пиши: «Ксения, хочу в команду». С вами была Ксения Сайгушкина, лидер и партнер компании Siberian Wellness, Сибирское здоровье. Обязательно подпишись, поставь колокольчик. И спасибо за лайк. Так что пиши мне, я жду тебя в свою команду. До новых встреч. Пока-пока.